Бог хочет этого. И мое время, наверное, уже истекло, но я хочу на закуску один пример рассказать из один из видов евангелизации. Называется, я это мой, я его выдумал. Дайте покушать, называется. Я могу в Макдональдс зайти и ходить по Макдональдсу, просить, дайте чуть-чуть покушать. Я говорю, не, я себе заказал, но это долго ждать, я сильно голодный. Люди смотрят на меня, сидит парень с девушкой. Она говорит, ну что дать ему? Да что ты у него спрашиваешь? У меня спроси, я голодный. Протягиваю 3 картошки. Это было вчера вечером, я заскочил туда. Протягиваю 3 картошинки. Я говорю, соус макни. А потом я подсел, я взял свою еду. Говорю, вам отдать назад? Да нет, что вы. Начал с ними беседовать. Они были на ушах от беседы со мной. Я за них помолился, благословил их. Я ехал, преподавал в Киевском библейском институте, и как-то рано отстрелялся, тесты позаписали, рано выскочил, мне 500 километров до Днепропетровска ехать. И я проскочил там одно место, где шашлыки вкусные готовят, потом проскочил там в Кременчуге, где этот американский идол стоит, Макдональдс, да, и я уже, а потом еду, чувствую голодный, думаю, а что-то я там вообще не тормознул. И у меня давно эта мысль взвела в сердце. Это было позапрошлом году. Я поворачиваю первый попавшийся поворот, заезжаю непонятно какое неизвестное село, еду по селу, смотрю, такой дворик аккуратненький, хозяин и хозяйка, и еще двое людей, там я так догадался, остановился, оперся на забор. Хозяйка говорит, чего вам, человече? Я говорю, кушать хочу. Дайте мне, сделайте мне яичницу. Она говорит, якс. Я говорю, ну... Вон курка есть, попросите яйцо, вон печка есть, говорит. Да что это я вам буду делать, потому что я голодный. Я вам денег дам, а я ну, на нормальной машинке, хорошенькой, блестящей, как бы ну, на бомжа не тяну, там все. Я говорю, я просто голодный, я вам заплачу. Да вы серьезно? Я говорю, да. А что, по глазам не видно, что голодный? Ну заходьте. Зашел, сел, те двое шушукаются. Она говорит, так может вам борщу? Я говорю, да, только с цибулей. Ты ба, говорит, дала мне борщу, еще там курица лапа торчала хорошенькая. Цибульки мне дала. Эти двое побежали по всему селу, сбежали. Говорит, до бабы Марии чувак какой-то пришел, говорит. Голодный. 15 человек пришло. Я помолился, кушал. Она говорит, вам 2 яйца? Я говорю, нет, 2 раза по 2. Только ж на сале жарьте. Она говорит, ты ба, как в ресторане. Она жарила мне. Я помолился, благодарил. 15 человек было, и хозяин с хозяйкой. Я просто начал говорить об Иисусе. Как они были сокрушены, вы бы видели. Я говорю, затравил, вы тут, я был на берегу реки, это же ваше село, что там такой беспорядок? Вы же тут живете, никто кроме вас здесь нет. Что вы не сделаете? Это ваша ответственность. Иисус хочет, чтобы мы влияли на все. Все 15 человек, включая хозяина, хозяйку, молились молитвой покаяния, слезами, мужики и женщины. Я начал деньги бабушке Марии давать. Она говорит, да вы что? Да какие гроши? Я говорю, да я ж столько наел. Да вы что? Да вы нам столько принесли. Мужики меня обнимали, плакали. Все. Это было позапрошлом году. Сейчас там церковь 35 человек. 18 человек приняли водное крещение. Остальные ходят. Да. Дайте кушать. Дайте мне покушать. Я голодный. Я зашел в дом Крутой в Черкасской области, заехал в село, Крутой дом, звоню. Что надо? Я говорю, выйди поговори. А кто такой? Да проезжий. Выходит такой крепыш, золотая цепь на зубе том, такой, на дубе том, да. Все, я говорю, слушай, брат, как тебя зовут? Костян. Я говорю, дай поесть. Он говорит, то ты гонишь. Я говорю, нет, я просто голодный. Да ну вали он кафе. Я говорю, в кафе не трудно. Мне понравился дом. Я вижу, ты классный хозяин. Я хочу тебя покушать. Да ну. Он говорит, ну, я говорю, что мы так долго разговариваем? Я прошу тебя кушать. Ты говоришь, да или нет? Пойду в другой дом постучусь. Да ну ты серьезно, да? Ну заваливай. Зашел, дом красивый, дорогой, все там зашел. Жена вышла.
Я потом узнал, что это жена. Говорит, слушай, хмырь жрать хочет, дай ему что-то. Она говорит, что чайку, я говорю, при чем? Чайок потом, сразу что-то покушать. Не, я заплачу деньги, говорю. Да не, там нам надо твои бабки. Я начал кушать. Потом начал молиться, потом начал беседовать. Оба согласились помолиться. И когда я уходил, этот Костя, он просто говорит, поклянись, что не проедешь мимо ни одного раза. Поклянись. Вот так, сейчас мы с ним друзья. Что ты не проедешь мимо никогда, если будешь в следующий раз. Я у него уже.